проспект Автостроителей, территория возле 35-го дома. Это один из адресов, куда в среду приехала санитарная комиссия. Недавно здесь произошел прорыв трубопровода. Авария устранена. Место раскопок вроде бы приведено в порядок, но не в полной мере, по мнению членов комиссии. Так, пешеходная дорожка у 35-го дома лишь засыпана щебенкой. Бетонные плиты на место не положены. Оставлять дорожку в таком виде до весны нельзя. Привести ее в порядок и именно сейчас обязанность управляющей компании, о чем и дадут соответствующее распоряжение. Кроме того, санитарная комиссия побывала и в частном секторе. Конечно, частный сектор нас удивляет все больше и больше. Вы сами наблюдали, что в основном это, конечно, мусор, который выносится с огородов. Вместо того, чтобы делать компостные ямы, все это выносится на дороге. И, конечно, не делает наш город краше. Все же чистота частного сектора – дело рук самих жителей индивидуальных домов. Впрочем, жильцов многоэтажек тоже никто не освобождал от соблюдения чистоты. Татьяна Елисеева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.